Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков вместе с местными единороссами в рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя» проинспектировал ход ремонта подъездов многоквартирных домов по улице Маршала Жукова. Работы по косметическому ремонту в доме номер 13 выполнены на 90%. Нареканий со стороны жителей нет. Подъезды в доме номер 49 еще в работе. Выполнение порядка 70%, отметил Дмитрий Голубков. Также партийцы проверили, как выполняется ремонт подъездов в городке Кубинка 8. Инспекция прошла в доме номер 3 в рамках реализации местного партийного проекта «Военные городки». Здесь ремонт выполнен на 70%. В течение двух недель он будет завершен.